Выходные и праздничные дни в Великоустюгском районе в целом прошли спокойно, но не без происшествий. В деревне Коробейниково в районе железнодорожного моста произошла утечка на напорном коллекторе, в результате чего зловонный ручей стал растекаться вдоль берега реки Стрига. Неприятный запах могли почувствовать не только местные жители, но и мимо проезжающие автомобилисты. Михаил Глебов регулярно вдоль реки ходит на работу. Утечку он обнаружил в воскресенье около 7 утра. Канализация лилась очень долго. И весь день они так и не устранили ничего. Всю ночь, вот сейчас вот только занимаются. Они вчера так, они весь день все текло в реку. Вот, а я, как говорится, поставил всех в известность, но канализация ведь это не дождевая вода, вот что дело. Впрочем, сотрудники водоканала, которые прибыли на место происшествия для ликвидации последствий, заверили, что попадания нечистот в реку они не обнаружили. Пострадал только прибрежный рельеф. С раннего утра ведутся работы по локализации последствий и подготовке рельефа для работы тяжелой техники. Произошла утечка на рельеф, будем так говорить, в неком количестве. Но в реку, как таковых, протечек, по крайней мере, с берега не видно, не было. Проведены работы по разработки задвижек. На данный момент произведена локализация этой утечки. Выполнены с утра подготовительные работы по организованному съезду, то есть подвезен грунт, техника в исправном состоянии. Готовы приступить к земляным работам. На данный момент идет укрепление съезда с обочины. Далее в ход пойдут осенизаторские машины. Окончание работ запланировано на 6 ноября. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».